Разная страна с разными контрастами. Буквально вот за полчаса, что я проехал, сейчас смотрели видео, из солнца вот плотные облака за моей спиной, город Бар, а здесь морешка вообще все лечит. А вы приезжайте в Черногорию, а я вам покажу ее разную. Мы в ближайшие 2 дня отправимся в небольшое путешествие, маленькое путешествие, но 2 дня. Обычно у меня от 3 дней. Есть много чего показывать. Практически нет людей, которых не могу удивить. Всегда есть локации вот такие топовые. Смотрите. Не прощаюсь. Путешествую я вот на таком бусике. Снаружи он достаточно простенький, но внутри есть свои фишечки. И они все время дорабатываются. Потом покажу. Из моих любимых локаций в Которском заливе. Сейчас покажу. Уже шумно, дальше буду просто показывать. Пойдем. Вот ориентир, конечно. Ориентир. Розовое ТТ. Кабриолет, да. Скаемся. Если там клиентик. Вот нас сейчас тут будет встречать. Вот тут прям при вас вылавливают, чистят. Сети тут. Чао, как все? Как все? Ты? Парадим мало. Чао, как все? Могу припомнить о себе учиться.
Я не знаю, куда я иду, но я иду за этой попой уже третий день. Ого. Эй, завись, дай. Глубоко? Глубоко? Глубоко! Посмотри на меня, как ты цветок ешь. Люблю и обожаю такие места, где мало туристов, где дикая природа, где вот так ветерочек горный, прохладный. Здесь, кстати, всегда прохладно. Место красивое. Единственное, что все в тумане. Ну, не беда. Берегитесь камней. Выложенные австро-венгерские тропы в горах. О, вид, кстати, смотрите, какой открылся. Сейчас вон опять облако затягивает. Вот тут даже кто-то лавочку сделал. Только виды не очень видно тут. Все. О, а тут крепость. Давайте, облака разошлись. Крепость появилась. You tell me that you love me. 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 Вообще. А как будто поднимается еще. А он потихоньку отходит, да. Вообще лебада. Да, ну, очень высоко. А строили раньше основательно. Но, правда, землетрясения разрушили много. Особенно землетрясение в 1979 году, 15 апреля. Thank you.
Речка, да. На какую? Вот ты ее сейчас здесь увидишь. А, нет, нет, не видишь. Угу. Всем доброго утречка, как принято в Черногории поздороваться, ну естественно, когда приезжаешь, хорошим друзьям все нужно чашечку раки выпить. Но выпили чашечку раки, там уже стало темно, и поэтому ничего не снимал. Собственно, показываю, куда мы приехали. Вот такое живописное место, там кафешка, ресторан, там верандочка, очень живописно и красиво. Мой бусик, на котором я путешествую, сейчас покажу, что там внутри. И такое озеро. Тишина, птицы поют. Гусь замер даже. Стоит, не двигается. По стойке смирно. Еще и здесь есть домики. Сейчас пока что два домика, в которых можно остановиться. В дальнейшем будет еще третий домик. И это хозяев дом. Там будет большая-большая площадка для кемпинга. Сейчас я вам покажу мой бусик экскурсионный, тире мой дом на колесах. Смотрите, как тут все. О, такая огромная кровать. А потом превращается в обычное сиденье. Здесь у нас кафешка и ресторан. Внутри тепло и уютно. Туда я тоже сейчас зайду. Здесь, что мне больше всего нравится, то, что здесь очень тихо. И никого никогда нету почти. Здесь еще тоже небольшая верандочка. Там виноград. И вот такая терраска с таким прекрасным видом. Озеро пресноводное. Отсюда прям можно прыгать туда. Там, по-моему, около 7 метров глубины. Там есть ступеньки, можно сходить и поплавать, кто не хочет прыгать вот по ступенькам. Правда классно?
Я тоже думаю, что классно. Интересно, эхо тут большое. Ага! Большое. Самое главное, что никого здесь нету. А люблю и обожаю такие места. Присоединяйтесь к авторским моим путешествиям, походам, экскурсиям. Приезжайте в Черногорию. Или если кто уже живет в Черногории, присоединяйтесь. Знаю много интересных локаций. С вами не прощаюсь, едем еще дальше. Ну вот, завтрак. Вала. Печь. На заднем плане. Типа вот, хорошо. Вот там музей. Маленький. И вот такой у нас завтрак. Сегодня у нас Христос воскрес. Воистину воскрес. Черными яйцами бьются. У меня наклейка. Битва титанов. Ладно, давай. Так. Black Такими Fairy. Острыми. Сейчас, наверное, с попой. Женский день. Ну-ка, попками. Бум. Все разбило. Женщина рулет. Феечками. У меня нету. На кладбище. Смотрите, медали. Поле почива вуко. Вуко субботу. И никого нету. Там ходы. Знаешь, Черногория, доверие. Очень влажно. Эх, Черногория маленькая очень страна, и здесь все практически друг друга знают. Вот я зашел тоже
в одну кафешку местную. Он практически музей. Вот сейчас опять зайду. Тут Анастасия уже с бокальчиком вина. Ну, она без вина не может, потому что у нее на футболке написано «Раки и винные туры» организовывает не только. Здесь вот такой вот музей. Это такие стулья раньше были. Полностью из дерева и без гвоздей. Графический музей, там птичка сидит. А вот это мое любимое место, куда я должен попасть, вот туда должен попасть. Лукавица, а с правой стороны как раз Капитанное озеро, где я много раз был, а здесь нет. Ну, хозяин нас угостил. А вот еще интереснее.